Ми продовжимо програму «Новий день» і зараз продовжимо готуватися до Нового року. У нас у студії гостя із чарівними руками, які створюють чарівні прикраси і подарунки для всіх близьких. Доброго ранку. Доброго ранку. І нашим глядачам я вас представлю, дозвольте. Отже, у нашій студії керівник гуртка початкового технічного моделювання Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Юлія Кулинич. Юлія, ви принесли нам свої... Що це? Вироби. Вироби, да. Так, свої вироби. А що сьогодні ми будемо показувати нашим глядачам? Що будемо майструвати? Здравствуйте. Уже осталось чуть больше недели до, наверное, самого долгожданного праздника и любимого не только малышами, но и многими взрослыми. Все ждут каких-то чудес, какого-то волшебства и что-то доброе. И в наших силах это внести немного ярких красок в нашу жизнь и добавить тем самым положительных эмоций окружающим. И я сегодня, получается, пришла к вам с новогодним вдохновением. Хочу показать, какие подарки можно делать своими руками и тем самым добавлять вот именно этих же эмоций и одаривать своих близких, родных, друзей, коллег. Я знаю, что вы готовы також сделать подарунок и для наших глядачів. Да. Так мы можем что-то подарувати. Что мы подаруем сегодня? Вот такую вот коробочку. Листівочки ці зроблені на замовлення, у них уже є, господа, да, ми їх просто показуємо. А це замовлення. Що для коробочка? Коробочка для, вот такая вот коробочка. Для подарунка. Да, положить какой-то подарок, можно положить елочную игрушку, можно положить конфетки. Ну, то есть тут уже как подскажет фантазия. Вот і... Якщо ви, шановні друзі, просто зараз додзвонитеся до нашої студії за номером 76-92-42, розкажете свою історію створення подарунка власними руками і отримаєте ось цю коробочку від нашої майстрині на ім'я Юлія Кулинич. Отже, 76-92-42, історія подарунка, ми чекаємо її від вас і створюємо що? І я покажу, як робити коробочку для сладкого подарка, тобто шоколадниця. Не просто коробочка, тобто це буде і коробочка, і відкриточка, і тим самим і сам сладкий подарок. Тобто на основі такої коробочки будемо робити свою. Так, що нам для цього необхідно? Що нам потрібно, так. Для основи нам потрібен, значить, картон. Плотний картон. Ви підготувалися, вже все розкреслили? Так, підготувала необхідні розміри. От нам потрібна така заготовочка, тобто з розмірами сторон 8,5 і перегородочками по 1,5 см. І одна буде 4,5 см. Длину так, щоб наша шоколадка помістилась, це 16,5 і, опять же, дві ще заготовочки на перегородки. От таку ми повинні вирізати картонну заготовку. У нас є шоколадка, можемо приміряти, поки ви готуєтесь, а я вже приміряю. Давайте так, так? Да. Шоколадочка. Все помещается, да. Значит, когда мы вырезаем эту заготовочку, мы ее должны по линиям сгиба согнуть. Вот, я показываю, вот так вот должно у вас получиться. Вот, вот такая форма у нас приобретается. И вот так вот она будет склеиваться. Вот, это основа. Вот, вот так, вот так, вот так. Карман и крышечка. Вот. Значит, когда у нас подготовлена основа, мы должны выбрать декор. Це, мабуть, найважче. Ну, кому как, может быть и не так все сложно. Значит, нам нужно обклеить наши стороны коробочки. Также мы должны продумать, чтобы и внутри было оформлено, тогда будет, так и будет интереснее. То есть мы можем взять для обклеивания или простую цветную бумагу, или есть сейчас очень много товаров для творчества, различных дизайнерских бумаг, картон, скраб-бумаги. Вот, значит, для декора что нам может понадобиться? Обязательно какая-то ленточка, то есть или они будут тоненькие, или они будут широкие, атласные, какие угодно, шифоновые.
Вот какая вам больше нравится? Разные шнурочки, веточки, цветы. Цветы-то уже можем использовать в новогодних работах. Мы их можем заснежить с помощью белой акриловой краски. И тогда это будут у нас цветы на снегу. Так, вот. Я нагадаю нашим глядачам 76-92-42. Телефон для ваших історій і для того, щоб ви змогли отримати подаруночок, ось таку коробочку для цукерочок. Ми продовжимо наш майстер-клас із виготовлення шоколадниці. Така і коробочка для цукерки, і ще й листівочка, і приємний подарунок, да, красивий. Да, тобто декор ми підбираємо. Після того, як ми все примірили, ми... Ну, обязательно должны вырезать из нашей бумаги для обклеивания сторон сами прямоугольнички, то есть они должны быть меньше где-то приблизительно на 2-3 миллиметра со всех сторон. Прежде чем обклеить, обязательно вклеиваем ленту, чтобы у нас была, завязывалась она. То есть сначала ленточку, потом бумагу. Вот, и украшаем. Клеить можно на, чтобы для прочности, на момент, клей-момент, или дракон, или клеевой пистолет. То есть это как бы такие уже надежные. Клеева варто не використовувати. Нет, он на водной основе, он может повести скраб-бумагу и как бы, ну, потом может зипсувати, немножко, да, пойти все это, немножко будет неаккуратно выглядеть. Вот, когда мы все это наклеиваем и украшаем, вот у нас может получиться вот такая вот. Вот такая вот коробочка. Дуже красиво, втілення фантазії, да, і бажання зробити унікальний, ексклюзивний подарунок. В принципі, нічого сложного, як видите, немножко терпіння. Вот ми внутрі украсили, как бы теперь можем вложить нашу шоколадку. Справді, із декількох положить какие-то, да, можно туда вложить и пожелания, то есть какую-то опять же сделать карточку, завязать и вот. І справді святкова, і дуже, да, тепла листівочка вийшла. І подарок, да, і как бы і внимание, то есть все у нас как бы есть. Вот ещё немножко другая шоколадница, хотела тоже показать. То есть она тоже делается несложно. Это как пример. То есть здесь идёт просто кармашек вот такой вот, немножко другой. То есть не полностью закрытое такое. Подумати, втілити, да, свої фантазії, да, як буде фантазія. Так, також можна зробити і листівочки, і будиночки, і віночки, але то вже тема наших наступних передач. Да. Дякуємо, Юля. Ніхто не подзвонив, але це означає, що нас не дивилися. Просто, може, захопилися вашою розповіддю і вирішили втілити в життя і вашу фантазію також. Вітаємо вас із наступаючим Новим роком. Спасибо. Більше вам хороших подарунків, більше вам фантазії, натхнення для створення ось таких маленьких шедеврів. Спасибо. І вам дякую.